Дорогие друзья, у каждого времени есть свой символ. Символ, который не только отражает современность, но и указывает дорогу в будущее. Символом новой, модернизированной России станет башня «Газпрома», возведенная на величественных брегах Невы в прекрасном городе Петербурге. 403 метра. Это высота, достойная новой России. Эта башня будет возвышаться над городом, как негасимый маяк, указывающий нам путь. С башни «Газпрома» наша жизнь изменится к лучшему. Россия, вперед! Дорогие друзья, уважаемые коллеги, позвольте открыть наше совещание. Во-первых, хочу вас всех поздравить. Мы будем строить башню «Газпрома». Нашу башню! Закон и культура, что может быть свыше? Закон и культура. Допустим, не спустите новый построек, сохраним облик города, его небесная линия света, его небесная линия света. Надоело старьем, давай небоскреб, небесная линия света, спасем наш город от жадных застройщиков. Газпром, остановись! Это преступление! Долой, буржуазный газоскреб! Даешь коммунистический небоскреб! Требуем социальный план развития города! Это наш город! Нам все равно, стройте что хотите, лишь бы зарплату платили, но чуркам, которых вы привезете на стройку, здесь не жить, здесь не жить.
Россия вперед! Мы за или против, это ничто не решает. Ничто не решает. Ничто не решает. Господа, мы строим символ новой России. А ведь что такое Россия в идеале? Это очень большая корпорация. А значит, она должна управляться так же хорошо, как и наш «Газпром». Мы элита нации. А значит, заслужили право творить будущее так, как его видим мы. Как говорят наши лучшие девелоперы, best for the best. Как жаль, что наш народ не понимает до конца назначения этого лозунга. Ничего, ничего, дайте время. Однако, рано успокаиваться. Сейчас перед нами поставлены новые задачи. Мы должны открыть обществу символический смысл этой башни. Люди должны понимать, что строится она для их же блага. А то ведь вы знаете, есть еще люди, которые протестуют против ее строительства. Митинги устраивают, демонстрации. В суды обращаются. А ведь атака на башню – это прямая атака на нашу власть. Это нужно прекратить всеми доступными нам средствами. Мы понимаем нашу задачу. Будем работать с центром по борьбе с экстремизмом. Ну вот и хорошо. Вот и славненько. Оценивая нашу работу, хочу принести благодарность нашему дорогому политику. Это благодаря вашей работе, вашему высочайшему профессионализму наш проект получил такую поддержку в структурах власти. И это несмотря на то, что даже в городском парламенте все еще есть враждебные силы, которые встают на пути политической, эстетической мощи нашего проекта. Большое спасибо. Без ложной скромности скажу, это было серьезное и трудоемкое задание. Особенно тяжело было с судами. Некоторые судьи почему-то возомнили, что могут сами решать что-то самостоятельное. Начали заглядывать в законы, набивать себе цену. Не сомневайтесь, корпорация покроет все эти возросшие издержки. Я слышал, что вы хотите поменять свою старую яхту. Могу вам что-то посоветовать, я, знаете ли, и сам. Но это после. После. Ну, а сейчас хотелось бы услышать ваше новое выступление перед народом. Вы готовы? Конечно. Тогда прошу. Дамы и господа, дорогие петербуржцы, новая башня «Газпрома» принесет нам деньги. Не просто деньги, большие деньги, огромные деньги. Деньги всем жителям нашего города. Вслед за «Газпромом» в наш город придут новые могущественные корпорации, и у нас станет еще больше денег. Мы намоем острова в Финском заливе, где деловая элита найдет себе достойное убежище для работы и отдыха. И тогда наш город станет Северный Дубай. Вдумайтесь только, мы были Северной Венецией, а станем Северные Дубаи. Нужно идти в ногу со временем, и первым шагом в этом направлении будет башня «Газпром». Некоторые упрекают нас. Говорят, ради строительства башни мы нарушили закон высотности зданий в этом районе. Нет, это неправда. Мы не нарушаем закон. Мы делаем исключение по закону. Ведь что такое башня? Это символ новой России. А что такое символ? Это исключение. Значит, он больше, чем закон. Он, наконец, сам закон. Новый закон нашей жизни. Пиши закона, закон, основа гражданского.
общества. Закон в руках у богатых. Кто сильней, тот и прав, кто сильней, тот и прав. Тюремный порядок, закон нашей жизни. Культуру под защиту закона. Кто ищет проблем, тот находит. Веди себя тихо, проблем не будет. Не высовывайся, не протестуй. Не лезь в политику, и все будет хорошо. Все будет хорошо. Давай экстремизм власти! Кто сильней, тот и прав. Кто сильней, тот и прав. Нет сильней, он не прав. Красота, вот что может нас спасти. Станем вместе на защиту нашей красоты. Нашей красоты. Кто сильней, тот богат. Кто богат, тот хозяин. Хозяин строит, мы работой. Хозяин есть закон. Сплотим наши ряды. Все на защиту красоты. Дайте нам новую красоту. Надоело ваше старье. Менты пытают, грабят, убивают. Суды и прокуроры их покрывают. Властью отнимают свой карман. Собирает богачам, помогает. Против силы пойдешь, пропадешь. Будешь жаловаться, последние отнимут. Будешь протестовать, исчезнешь. Башню долой, башню долой, башню долой. Тише, тише, тише. Какую замечательную речь сказал наш политик. Башня как символ законодатель. В этом есть что-то от Ницше. Власть, которой позволено многое. Позволено все. Кто-то называет нашу башню кукуруза, кто-то фалос. Да-да, фалос. А я бы сказала, что это нож, вонзающийся в тело нашей спящей страны. Не понял? Нож, вонзающийся в тело страны, это метафора? Ничего-ничего, продолжайте, пожалуйста. Мне очень нравится смысл о значении вертикали власти. Ну, просто мы недавно вернулись из Дубая, где да-да, представляли мою галерею. Я просто очарована размахом и силой. Эти шейхи, это что там? Как художник, добавлю от себя, это сравнимо с тем, как искусство творит новые миры. Власть, которая проявляет себя так страстно, так яростно. Не любить власть, это значит не любить жизнь. Да. Да. Хорошие, правильные слова, господа. Может, вы выступите с ними перед народом? Я готова. Прекрасно. Тогда прошу. Друзья, наша башня — это символ любви. Любви нашего правительства, нашей власти к своему народу. К вам, наши дорогие соотечественники. Вы не представляете себе, что они для вас устроили. Кроме офисных помещений, в башне будет располагаться огромный спортивный комплекс. Бассейны, крытые катки. Целый ряд музеев. Музей архитектурный. Музей боевой славы, музей современного искусства, который я надеюсь возглавить. Кроме того, каждый житель и гость нашего города сможет подняться на самый верх нашей башни, туда, где будет располагаться смотровая площадка, доступная для всех смотровая площадка. И там, с высоты птичьего полета, он может увидеть весь наш прекрасный город. И там, на высоте птичьего полета, обрести чувство свободы, упоительное чувство свободы. Друзья, власть любит вас. Давайте ответим ей тем же. Потому что не любить власть —
Это значит не любить саму жизнь. Нет в жизни ничего прекраснее любви. Власть — это насилие. Станем свободны, как птицы. Кто сильней, тот и прав. Сильный заставит себя полюбить. В этой башне будет много офисов. Там, может быть, я найду работу. И там, может быть, встречу любовь всей жизни. Там, где нет свободы, не может быть любви. Станем свободны, как птицы. Люди изнасиловали нас, все отняли у нас, свободу отняли у нас, а теперь любви хотят. Свободу не дают, ее берут. Бороться за свободу! Власть должна быть отцом родным, строгим и справедливым, виновным наказывать хороших поощрять, а всем пенсионерам денег дать. А я вот свободный, мой папа умер, мама пьет, я на улице живу. Главное ментом не попасть, приют не сесть, там страшно. В жизни ничего прекраснее любви. Я, как представитель Русской Православной Церкви, безусловно разделяю идею взаимной любви власти и народа. Отеческой, так сказать, любви власти к народу. Однако у православной церкви возникают сомнения в правильности понимания этого образа, воплощающегося в башне. По форме она отчасти напоминает языки пламени. Но какого? У православных верующих бытует мнение, что это язык адского пламени, вырывающегося из преисподней. Да как же такое можно помыслить? Не мы, паства. Да мы же, напротив, двумя руками поддерживаем все начинания нашей церкви. Это хорошо, это правильно. Вот и сейчас, например, делаем все, чтобы церкви наконец-то вернули все ее имущество, которое до сих пор хранится в музеях. А это мы одобряем. И это несмотря на то, что часть вашей паствы почему-то считает, что в руках церкви погибнут сокровища культуры. Конечно. Ну хорошо. Да. Хорошо. Если вы твердо обещаете нам поддержку в этом богоугодном деле и в ряде других, то тогда... Не сомневайтесь. Ну, тогда мы готовы пересмотреть этот символ. Ну, как вам скажем, пламя свечи с молитвой, возносящейся в небо. Ну, блестящий. Это другое дело. Прекрасно, прекрасно. Этот образ отлично впишется в ребрендинг. Тогда, может, вы и к народу обратитесь? А чего же нет? Могу. Дорогие братья и сестры, православные жители многоконфессиональной России, пора отринуть все распри. Богатство – это тоже дар Божий. Башня Газпрома – это символ примиряющий, символ новой России, модернизированной на основе православных ценностей. А что такое модернизация без твердых нравственных основ? Ничто. А дать их жителям нашей страны может только православие. И как когда-то христианство распространялось по дорогам Рима, так и теперь православие распространится по трубопроводам Газпрома. Повсюду, где пройдут российские трубопроводы, появятся православные храмы, богословские миссионерские школы, православные книги, а главный офис, башня Газпрома, возвысится над нами, как
пламя свечи с молитвой, возносящейся в небо. Церковные чиновники заодно с антинародной властью, и свеча будет коптить наше небо. Церковь — это респектабельно и престижно, не стоит обвинять РПЦ облыжно. Православный Бог помогает в карьере, преуспение твердо стоит на вере. Они говорят, чем богатые станут богаче, тем они станут добрее. Мы верим, не верим. Церковь отделена от государства по конституции. Благосостояние богатых возрастает, и бедным немного перепадает. Мы верим, не верим. Религия – опиум для народа. Мирты пытают, грабят, убивают, суды и прокуроры их покрывают властью, отнимает свой карман, собирает богачам, помогает. А церковь это благословляет. А что скажет нам современное искусство? Именно поэтому я пригласила молодого известного художника. Его работы широко представлены на международных арт-ярмарках. Кроме того, я вам скажу, что некоторые политики и олигархи нашей страны уже приобрели его работы. Очень польщен. Для меня это большая честь присутствовать на таком собрании. Кроме того, нам есть что показать. Да? Секундочку. Интересно. Что же это такое? Вот. Перед вами всего лишь один из объектов моей большой новой серии. Рабочее название «Единство молчания». Я надеюсь, вы сразу же оценили концепцию этого проекта. Он, с одной стороны, отсылает к понятию ультраединого у Алена Бадью, а с другой – к молчанию модернистского объекта у Теодора Адорна. Позвольте, Адорна, пожалуйста. Его основа сделана из дерева афонского кедра, которому, позвольте заметить, 200 лет, а покрыто все сусальным золотом. Золотом? Да-да, батюшка, золотом. Все листы золота наклеены мною лично, вот этими руками, да. И на каждом из них отпечаток моей ладони. Обратите внимание, как удачно художник соединяет идеи радикального западного формализма с национальной традицией. Да-да. Ну что ж, что скажете, господа? Ну... А что, молчание и единство звучит неплохо? Простите, единство в молчании. Это, конечно, серьезная работа. Однако, мне кажется, уж слишком абстрактно. Настало время подумать о воспитательной роли искусства. Народу нужны положительные примеры, нужны нравственные ориентиры. Конечно. Именно поэтому в Музее современного искусства, который, я надеюсь, возглавить, будет представлена галерея славы, где будут изображены портреты великих людей нашей страны, военачальников, да, прославивших вооруженные силы в борьбе с врагами, олигархов, начальников корпораций. Руководителей регионов. Да, руководителей регионов, пиарщиков, брендирующих идеи консерватизма, отцов церкви, ведущих неустанную пасторскую работу. Это хорошо. Это мы одобряем. Спасибо. Художник выполнит эти работы в своей неподражаемой манере. В неподражаемой манере. Ну что ж, попробуем. Надеюсь, что наши инвестиции будут не напрасны. Это я вам обещаю. Да, если ваши работы будут одобрены на совете директоров, то вы можете рассчитывать на большой заказ. Спасибо. Башня-то у нас огромная, офисов много. Кроме того, мы думаем о большой скульптуре перед входом. Метров этак на 20.
Вот как раз эта сигара и подойдет к нашей зажигалке, а? Вы знаете, у меня даже есть одна очень интересная идея по поводу этой скульптуры. Хорошо, хорошо, давайте не будем торопить события. Конечно. Может, вы выйдете к народу? Я? Да. То есть, вы считаете, что я могу? Можете. Я пошел. Это оставьте. Дорогие друзья, давайте вспомним, как были созданы великие шедевры эпохи Возрождения. Их появление было бы просто невозможным без покровительства церкви и семей олигархов того времени. Так и сегодня современное российское искусство развивается при поддержке умных и состоятельных людей. Эти думающие люди готовы вкладывать собственные деньги в подлинно политическое искусство. Они понимают, что настоящий протест художника-гражданина против социальной несправедливости должен воплощаться в молчаливых и величественных объектах искусства. Подлинно политическое в молчании. Петербург известен своими музеями классического искусства. Но нам надо новое искусство. Искусство, принадлежащее современному миру, продолжающее лучшие национальные традиции. Авангард, иконопись. Под покровительством «Газпрома» мы создадим такое искусство. Искусство, которое будет достойно представлено на мировой художественной арене. И в Петербург потянутся миллионы туристов, мечтающих увидеть своими глазами произведения русских художников в их органическом окружении, в город, навсегда увенчанный нашей авангардной волей, как... Спасибо. Поэт в России больше, чем поэт. Он не от мира сего, он страдает и часто не доедает, и мир его не понимает. Зато он правду нам несет, от сердца к сердцу разговор ведет. Вот какой должен быть художник, а это ловкий купец, не настоящий творец. Художник на службе у капитала, позор, позор! Главное, что было прикольно, весело и не отстально. Продались художники, сытыми хотят стать. Пивка попить, на футбол сходить, вот лучшее развлечение. Главное зарплату получать, кредит на новый телевизор нужен. Эта башня красивый, как минарет, нам такой форма нравится. Но работу нашу арабам хотят отдать, как деньги брать, как семья помогать. Менты пытают, грабят, убивают, золотые прокуроры их покрывают, власть отнимает свой карман, собирает богачам, помогает. А церковь все благословляет, а художники эту власть украшают. Что за шум? Не волнуйтесь. Он мешает нам работать. Все в порядке. Убогие пиарятся. Наши люди уже пошли разбираться. Что, опять? Не как в прошлый раз, надеюсь?
Если ваши ребятки будут разбираться так же, как и раньше, то, боюсь, вы можете потерять место. Я же вам говорил, мы за энергичные действия, но не перед журналистами. Журналистов не трогать. Их гораздо проще купить. А ваши бойцы притащились аж на общественные слушания и устроили побоище. Мочить надо, как велел наш национальный лидер, в сортирах, а не перед телекамерами. Забыли, батенька? Сейчас у нас во дворе демократия. И действовать нужно убеждением. Главное – найти для народа нужные слова, и тогда силовые методы не потребуются. Главное, чтобы слова были красивые, точные и убедительные. Да, слушаю. Здравствуйте. Как уволены? Все? Ну, не справились с задачей, но ведь мы... Да, понял. Дискредитировали великую идею. Ну, как же бы... Да-да, да, новая команда, конечно, конечно, оставить помещение.
Сейчас мы продолжаем. Мы посмотрели фильм, и у нас есть возможность задать, наверное, несколько вопросов по фильму, а потом мы бы хотели поговорить вот с Дмитрием, ну, не только о фильме, фильм 2010 года, да, как Дмитрий в начале, перед фильмом, вернее, заметил, что за эти 4 года все сильно изменилось, да, поэтому было бы интересно поговорить и о современном, актуальном контексте, о том, что происходит вот в оптике, которую мы обсуждаем, между искусством, городом, властью, да, так что, может быть, мы примем пару вопросов по фильму, а потом... Да. Сейчас, я без микрофона, чтобы переводчики то слышали. Дима, а автор текста ты с Олей, да, или кто? Ну, ты знаешь, в основном да, но у нас такой коллективный процесс написания сценария, то есть вначале пишется один вариант, потом он проходит такую экспертную обкатку, то есть там многие комментируют, дописывают. Вот здесь он даже более коллективный, потому что пару текстов, особенно вот песен таких рифмованных, там Скидан написал, вот, еще какие-то фрагменты. Вот, поэтому мы его как бы анонсируем, как что делать. Ну, вообще обычно мы с Олей пишем, да. Текст гениальный. А спасибо. Кураторшу рисовали со Свибловой, да, я так понимаю? Нет, не совсем. Я думаю, что это скорее Стелла. Ну, она в тот момент действительно... Ну, просто, понимаете, для тех людей, кто действительно уж совсем внутри истории, там действительно, во-первых, очень много подлинных текстов, то есть это вербатим местами. То есть, вот, скажем, речь священника, она взята с какого-то... Ну, неофициального, но около официального православного сайта. Газпром, трубопровод и православие. Это, в общем, это не то, что мы придумали. Реальность, как говорил Владимир Ильич Ленин, очень часто радикальнее, чем все вымыслы художников. Вот, с художник там, ну, они все довольно миксированные образы, но просто все знают, что Стелла хотела стать директором музея в этой башне. Поэтому тут скрывать нечего и... В каком-то смысле она свое получила. Спасибо. Еще? Ну давай. Есть еще вопросы? Нет? А вон там еще. Слушай, дубак все-таки померз. На водке принести было. Спасибо большое, во-первых, за фильм. И хотела спросить, ну, наверное, немного расстроило то, что женские персонажи, в общем, я не увидела, наверное, ни одного такого ненормативного какого-то женского персонажа, но ладно, это вторично. Я хотела спросить, была ли как-то проработана последовательность героев? Ну, то есть они стояли, там было видно, что ближе к стене там пенсионеры стояли и... Не, они меняются, они выходят вперед, там да. Определенная такая хореография. То нет, есть это так... не что-то такое продуманное? Нет, нет, нет. Просто там была определенная проблема, так как, в общем, как вы видите, музыка и пение записаны в студии профессионально, это работается на площадке под бэкап, и, к сожалению, работали, в общем, ну, наверху довольно хорошие такие профессиональные актеры, а массовка, им трудно было попадать в текст, особенно пенсионерам, и иногда это влияло на хореографию, то есть нужно было их немножко убрать. Вот. Мне просто интересно, фильм 2010 года, в каких странах, в каких городах вы его смогли показать? И мне интересно еще, какая реакция была у самого «Газпрома»? Вы знаете, что у них хватило ума не реагировать. То, что они это точно видели, я уверен. Потому что фильм прошел на двух фестивалях в России довольно крупных. У нас редко фильмы попадают на кинофестивали. Кинофестивали, да. Два в одном в Перми, и потом еще один фестиваль в Москве. Забыл его название, он, к сожалению, прекратил существование. Чем мы получили там премию за лучшее там чего-то, не помню, с чего. Вот. Но после этих фестивалей вышло много вот этого.
это большая проблема, что резонанс очень сильно модерируется желтой прессой. Но когда вышла статья в «Комсомольской правде» довольно большая, то есть в одну ночь я посмотрел, что там посмотрело фильм, там, я не помню, 40 тысяч человек. Вот. И это как бы действительно большая проблема активизма, что вот эта медиация через желтую прессу, через таблоиды, она, конечно, очень существенная. А так у фильма, ну, как обычно, ну, во-первых, у нас все есть в сети, то есть все можно посмотреть. А во-вторых, ну да, он прошел там на очень крупных арт-событиях и продолжает идти. Вот. Кстати, работа вот оказалась, по-моему, наверное, может быть, самая востребованная. И мы ее часто в образовательных практиках, по ней много чего можно объяснить. Ну, не в такой дискуссии, но если сидеть со студентами, там много чего видно. Вот. Поэтому, ну уж называется, грех жаловаться. Я думаю, из последних работ, сделанных в России, это, может быть, одна из самых таких, ну, громких, так сказать, получилось. Ну вот, страны там, я не знаю, вот, от биеннале в Кванджу до там, Азия биеннале, там, Пацифика, ну, я про азиатский район говорю, Токио, музей фотографии, Метрополитен, много где. Спасибо, мне очень понравился ваш фильм. Спасибо. И у меня два вопроса. Вы сказали, что ситуация в России кардинально изменилась. По-моему, мало там, что изменилось кардинально. Вот, хотелось бы узнать, что вы подразумеваете под кардинально изменилось. Mm-hmm. И второй вопрос. Вот эти вот группы, которые отражают различные мнения, да, как бы общественный срез, вы их проводили как на основе социологических опросов каких-то, или это вот ваше, так сказать, мнение? Спасибо. Ну... Опять же, возвращаясь, вот настаивали тут сегодня на определении левых, я не буду сильно распространяться, но у левых довольно серьезная критика гражданского общества, то есть со времен Маркса. Вот. Это действительно вещь, которая абсолютизируется как бы либеральным, как бы таким мейнстримом, но на самом деле серьезно ставится вообще под вопрос, что это такое отношение гражданского общества и государства. Вот. Конечно, это во многом такая пародия на гражданское общество, она нами сконструирована, ну вообще это все конструкция, как вы понимаете. Но в то же время она очень хорошо попадает в какую-то реальность. Вот. И, конечно, она отражает какую-то действительно ситуацию, момент. Но вот, скажем, вопрос гомосексуальности, он не стоял тогда на повестке дня вообще, поэтому вводить эту фигуру было бы странно. Тем более, мы опять же вот, упоминали Брехта, но мы еще реалисты в таком энгельсовском понимании, мы всегда работаем с типическими характерами, в типических обстоятельствах. Поэтому нам нужно было выстроить вот именно здесь типическость какую-то. И вот эти группы, как мы их разбили, но мне кажется, они действительно репрезентативны, хотя можно, конечно, найти кого-то, кто там неминуемо отсутствует. Вот. И в то же время также показать какое-то безумие этой дискуссии, потому что, если говорить о протестной кампании, то есть, наверное, это была одна из немногих действительно удачных, то есть строительство башни было отменено. То есть даже, в принципе, для более развитых демократий поверить, что можно остановить стройку с бюджетом, там, я не помню, 10 миллиардов, ну какие-то безумные деньги. Причем, опять же говорю, что тут с обоих сторон была определенная зазеркаленность, то есть объяснить экономичность вот этого здания не мог никто. Это был такой просто вот символическая показуха. Но и критика этого здания шла, вот надо спасти какую-то сакральную линию города. В этот момент в городе убивали мигрантов, убивали антифашистов, нарушались права там и ЛГБТ, и кого угодно. Это никого не волновало. Всех волновала вот эта величественная, сакральная городская линия, какие-то идеи красоты, которые, на самом деле, если почитать статьи, очень трудно формулируем. И вот мы тоже касались уже сегодня в дискуссиях вот о трансформации городской среды, и, к сожалению, это видно очень часто, что вот дискурс консервации очень часто используется и по активности участников, вот как в Москве, там очень много вот против сноса какого-то строения, какого-то монастыря, который, наверное, надо сохранять, но там приходят люди, там, имперцы. Приходят там люди, там, ну, откровенные там националисты. То есть вопрос вот как бы heritage, он такой очень
проблематичный. Надо это честно воспринимать и думать об этом. По поводу изменений. На самом деле, я вот сейчас давно не смотрел фильм. Там очень хорошая фраза. Придет новая команда. И вот на самом деле нас... Еще там 2-3 года назад как-то были какие-то иллюзии, что что-то хорошее там в конце произошло. Ну, вот этих мудаков уволили. Вот. Но на самом деле, мы всегда говорим с самого начала, начинается что-то более страшное. Если этот пиарщик еще говорит, что там ну, нужно соблюдать какие-то нормы демократии, там кого-то там откровенно не бить. Хотя фильм прямо отсылает к сцене, когда на общественные слушания, когда пришли активисты выразить протест, их просто там жестко избил ОМОН. Явно нанятый там. Не, не в сортире, прям, вот прямо перед телекамерой, потому что там было очень много камер. Ну, их просто побили там и выкинули. Вот. Но они вели себя довольно агрессивно, тут надо сказать правду. Но с другой стороны, там было в пределах такого ненасильственных действий. Но они кричали там. Вот. Пытались оккупировать сцену, но они уже были на сцене. Вот. Поэтому ситуация изменилась серьезно, то вот сейчас таких бесед никто вести не будет. То есть, и даже вот ситуация с Крым наш, она такая более брутальная. И более того, она, мы показываем общество в состоянии очень хрупкого вот этого как бы баланса гражданского общества. Кто-то говорит одно, кто-то согласен, кто-то не согласен. Сейчас все согласны. Это совершенно другой тип мобилизации и совершенно другой тип насилия. И это уже как бы другая как бы тема. Ну вот мы сделали сейчас новый фильм, вот он скорее про это. Но он гораздо более страшный. Этот фильм мы сможем посмотреть в среду в 18:30 в штабе. А у нас состоится артисток Дмитрия, да, и будет показан этот новый фильм. Ну вот возвращаясь к этому, да, и к этим к изменениям. Ну, конечно, например, невозможно удержаться, смотря на образ политиков, не вспомнить президента Кыргызстана Атамбаева, а буквально 31 августа, да, когда День независимости, когда он вещал о том, что счастье Кыргызстана – это с «Газпромом» и с Путиным. Так что, как бы, реальность башни, она как бы, ну, просто, кто, может быть, не отсюда не знает, «Газпром» купил всю газораспределительную сеть Кыргызстана, Кыргызгаз, за $1. Интересно. Да, якобы с долгами. И теперь это называется «Газпром Кыргызстан». Да, да. Башни. Башни, да, хоть символически. Так у вас, наверное, построили. Наверное, у вас будет эта вся красота. Красота к вам придет. Ну, я думаю, что всем было достаточно очевидно, почему мы выбрали этот фильм, почему мы решили его показать. Потому что, да, действительно, мы сегодня обсуждаем вопрос, каким образом художники и искусство могут участвовать в городе, в городских трансформациях. И тут тоже звучала фраза, что художник — это не декоратор, да, власти. Здесь был такой персонаж. То есть мы хотели... Цель всей нашей этой конференции — показать, что искусство может взаимодействовать с городской средой совершенно по-другому, например, так. Но как бы все-таки отвлекаясь от 2010 года и переносясь в наше время, или вернее даже так, вообще группа «Что делать?» появилась в 2003 году, тоже в результате такого символического жеста покидания города во время большого празднования 300-летия Петербурга. Да, то есть как некий протест отказа участия в той, как бы, вот, ну, скажем так, властной вакханалии, да, которая была устроена. То есть это своего рода как бы проблематика города, а как родовая травма для «Что делать?» своего рода. Да. Вполне. С другой стороны, вот этот год манифеста, я тоже скажу два слова, это крупная европейская выставка современного искусства, которая кочует по разным городам Европы, вообще призвана в ее целях, было изначально постулировано, что она должна проводиться в маргинальных относительно центров культурной жизни местах, чтобы каким-то образом их активизировать, каким-то образом создавать этот самый креативный город или какую-то креативную ситуацию, привлекающую внимание, но и обращающуюся критически к каким-то серьезным проблемам, которые там существуют, как, в принципе, например,
манифеста, которая была до этого, да, там, в Генке. И в этот раз манифест изменил всем своим принципам. Это был, во-первых, почти столичный город. Во-вторых, это крупнейший, один из крупнейших музеев мира. Во-вторых, с большим государственным участием. Довольно, ну, он часто. Ну, там снят презумпция молодежности, да, что очень важно. Но что, да, да, при того, что это молодые художники, молодые кураторы. Манифеста всегда было до 35 лет. Да, молодые художники, молодые кураторы. В общем, всем принципам она изменила, но я бы хотел обратить внимание, что, может быть, и в политике, как бы, там, национальной российской или федеральной, и в политике города, это, безусловно, один из таких шагов к, вот, к созданию этого самого креативного антуража, да? Ты не согласен. Ну ладно, ты можешь ответить, давай я закончу свою мысль. Ну, в любом случае, это одно из важнейших, а может быть, важнейшее для Петербурга события в области современного искусства. Да? Крупная европейская выставка в городе. Что делать? Приглашают к участию, но в какой-то момент вы от своего участия в выставке отказываетесь. Таким образом, отчасти как-то повторяя ситуацию 2003 года. Да, ну, то есть, кстати, интересно, да, я не думал. Сбегая с праздника жизни, скажем так. Да? Вот, то есть выбирая не участие в том, что всем кажется абсолютно нормальным, правильным, замечательным, тем, что должно делаться. Вот мог бы ты это как-то прокомментировать? Ну, во-первых, я так полемически заострю. То есть ты сказал, понимаешь, вот на самом деле мне кажется, что происходит какая-то очень смешная штука. И она, кстати, на примере манифеста очень видна. Вот есть это голландский фонд. Биеннале блуждает. И действительно, поначалу это была вообще очень мелкая история, до миллиона евро. Вот. И благодаря своему действительно какому-то очень мощному, ну, какой-то манифестационности первых манифест, она действительно получила очень серьезный символический кредит в кругах, прежде всего, арт-профессионалов. Вот Виктор Мезиана делал первую манифест, и это было очень интересно. Именно как пространство очень свободное, открытое к эксперименту, очень молодое, очень живое. И манифест, прежде всего, прославилась тем, что она, собственно говоря, вырастила вот это новое поколение кураторов. Вот всех, кого ты знаешь, там, Ханс Ульрих Ольбрихт, Николя Бурю, они все были кураторами, Яра Бубнова, там, кого ты не вспомнишь, там, испанцы, там, Мария Линд. Это действительно все поколение манифесты. Я лично считаю, что мы должны быть за это очень обязаны. Но потом происходит очень странная вещь. Это частный фундейшн. И Хедвиг, вот как я понимаю, по переговорам в Питере, она позиционирует ее как такой бренд. То есть она приезжает и говорит, купите бренд. То есть город должен заплатить деньги. Чем сейчас там ставки довольно большие, там 2 миллиона. И при этом как бы держать вот это arm's length, то есть они не имеют права ни во что вмешиваться, назначение кураторов, художников идет абсолютно автономно от спонсирования, что для русской ситуации очень всегда проблематично. Но в этом плане я тебе говорю, что она продает? Она продает рога и копыта. То есть это действительно как такой остабендер. Потому что на самом деле мой тезис очень простой, что для серьезного брендирования, особенно больших пространств там, с населением от 200 тысяч человек, все, что дешевле 10 миллионов, вообще не видно. И видно быть не может. То есть, окей, мы можем рассуждать о профессиональной роли манифеста для петербургского арт-сообщества, критику манифеста в профессиональном международном арт-сообществе, как там отреагировали в разных странах, какие эксперты, в чем там ошибки куратора. Это очень интересно. Но говорить о том, что манифеста сыграла хоть какую-то роль для брендирования Петербурга, ее просто не видно. Можно говорить о политике Эрмитажа и манифеста. Это очень интересно. Политике Петровского, что такое прогрессивный деспотизм в России сейчас, как вот эта традиция как бы консерватизма и как бы прогрессивного такого консерватизма, это даже не либерализм, Эрмитаж другое. Как вот они взаимодействуют. Но вот здесь я очень настаиваю. И вообще очень серьезная проблема в том, что мы зачастую вот эти все джентрификации, то есть нам, мне почему-то сейчас кажется вот действительно полемически, что мы очень переоцениваем роль
Creative Industry в этих вот делах. Creative Industry действительно становится той силой, когда для этого действительно есть серьезная площадка. Поэтому, ну вот как в Англии. Собственно говоря, Creative Industry, как и у Маркса вот, промышленный капитал, он начался там, где это действительно серьезнейшая экономика. Где, условно говоря, экономика английского образования, я думаю, превышает экономику Киргизстана в несколько раз. То есть я имею в виду не только в искусстве, но там в области там. Все это. Вообще все, все, да. И для англичан это очень чувствительно. Экономика фэшн-дизайна английского и поп-музыки это безумные деньги. Это не экономика Петербурга, это намного больше. Вот когда у тебя достигает вот такая концентрация, вот как бы, ну как вот и раньше, то, собственно говоря, промышленный пролетариат в Англии, вот когда пошла миграция из деревень, действительно он становился таким новым классом со своей структурой жизни, формами жизни. То есть действительно полностью трансформировал городскую среду. Поэтому даже в Петербурге, где креативной экономики, ну, ребята, ее там нет. Ты можешь делать 10 манифестов. Там нет вот этой поддержки, которую бы могли упихнуть. Более того, ее нет в Москве, как сейчас выяснилось. Ее нет. Поэтому говорить о том, что... Поэтому, когда нас спрашивают, а вот вы тут... Где тут у вас район художников? Вот какие бары? Да нету ничего. Ребята, художники ходят в самые дешевые столовые, принося с собой бутылку водки на груди. Вот. Есть, может быть, какие-то 5-6, но они больше, скорее всего, связаны с миром какого-то дизайна там, или фэшена. Но их тоже какие-то единицы, они не играют никакой роли. И в этом плане удивительно, что после гастролей Ричарда Серы, вот это тоже очень удивительно, как распространяются интеллектуальные тренды. Ричард Флорида, Флорида, Ричард Серы, это немножко другой человек. Да, да, вот. Да. Флорида был в России несколько раз. Издали кучу его книжек. Очень удивительно, что это как фэшн. Ты понимаешь, ты можешь владеть крепостными на большом поместье, но при этом у тебя пиджак должен быть от какой-то дизайнерской фирмы. Это стало таким абсолютно фейковым дизайном, который действительно не имеет реальности никакой. К реальности не имеет отношения никакой. И вот они как бы перенимают, да, нужны велодорожки. Ну, мало кто катается на велосипедах, потому что еще так далее. И все это преподносится именно как такой стиль, который не имеет материальной базы за основу. Я не знаю... Ты не ответил, потому что ты не прокомментировал, собственно, почему вы... вышли с манифеста. Я могу сказать, мы вышли из манифеста очень просто. Мы вышли из манифеста, как вот это был момент последний такого более-менее реального протеста против эскалации войны с Украиной. Вот. И ты знаешь, ну, я уже в возрасте, я, конечно, схожу там на какую-то демонстрацию, но как человек публичный, я прекрасно знаю, что там, если я появлюсь, поработаю пикселем, ничего не изменится. Но когда мы, как художники, приглашены к самому престижному там проявлению, мы делаем заявление, что в поддержку антивоенных протестов мы выходим из этой биеннале. Это был политический жест, он был так и расценен. Но дальше начинается много всего интересного, потому что на самом деле это был целый как бы концептуальный проект. Почему нас сейчас обвиняют, что это был такой как бы артистический проект вот нашего выхода? Да, действительно, мы артикулированы, мы объясняли, почему, какая должна быть манифеста, что там для нас не устраивает и так далее, и так далее. То есть там было еще очень много внутрихудожественных ставок, довольно непрозрачных, но для определенного комьюнити прозрачных. Это письмо, которое мы написали о выходе из манифеста, оно там переведено на все языки, ну там на европейский, на немецкий, на итальянский, на испанский, и его, собственно говоря, все цитируют. Знаешь, это определенный политический, эстетический манифест. Вот. Поэтому мы вышли. Поэтому ты очень красиво подметил, что вот этот исход, как бы негативность, она для нас свойственна. И в этом плане мне кажется, что тут тоже очень важное отличие, потому что мы вот много говорим про искусство. Но какое? Ну какое искусство? Вот. Потому что на самом деле вот, все-таки мне кажется, что искусство, его преимущество все-таки оставаться вот в этой серой зоне. То есть там не такое прямое отношение к заказу. В этом плане публичные пространства, когда искусство начинает заниматься публичными фестивалями, это все как бы хорошо, но это все такое как бы прикладничество, очень сомнительное часто. И по качеству эффекта, и по смыслам, которые оно в себе производит. Потому что искусство все-таки вот для нас вот, оно построено на очень серьезной негативности.
И вот негативность, может быть, и проецируется вот в эти жесты исхода и все такое. Я не буду сейчас вдаваться в философское понятие негативности и другой темпоральности воздействия. То есть все-таки искусство непросчитываемо. Вот так вот, что вот тут проблема, тут мы сейчас пришли, решили, потом написали отчет, и там вдруг там что-то изменилось. Там другие как бы отношения со временем, и в этом плане оно, конечно, сильно отличается вот от той волны полезности и требования полезности к искусству, которая прежде всего налагается в работах паблик-арта и в среде. Очень мало как бы таких действительно по-настоящему радикальных работ, но они все, как правило, сделаны нелегально и, более того, все-таки по кодам артистического такого негативности. А по поводу креативного урбанизма, нет, ну, те наблюдения, которые ты сделал, они еще, конечно, еще более очевидны в Бишкеке, да, и в этом, собственно... Пародийность. Да, да, и с этого, собственно, начинается, или это первый вопрос, который мы ставим, насколько вообще в контексте Бишкека этот креативный или хипстерский урбанизм, этот Ричард Флорида плохо прочитанный или вообще не прочитанный, по слухам, ну, прочитанный, как бы, может, да, быть. Превращается в идеологию городского развития, да, ну, в том контексте, который мы пытались описать. Понятно, что это просто нелепость, да? Так же, как это нелепость в Питере, так же, как это нелепость в Москве, но в Бишкеке или в Алмате, но в Бишкеке в особенности, ну, да? Же. Потому что даже велодорожек они построить не могут, они могут только поставить стоянки около мэрии для велосипедов. Угу. Но вопрос в том, что у Маркса есть еще такое понятие «превращенные понятия», да? Или «превращенные структуры», когда... Они начинают функционировать вне как бы независимо от той логики или от того базиса, с которым они связаны. Да? То есть здесь и так функционируют все практически идеи, в том числе эта идея креативной индустрии или креативного класса. Она действительно у того же Флориды просчитана, у него там куча всяких якобы проведенных социологических исследований, что вот он даже знает, сколько процентов от американских занятых людей составляет этот креативный класс, как должны работать креативные индустрии, но при этом все это существует по всему миру, где для этого нет никаких оснований. То есть это сказать о том, что, ну, или понять, что это фейк, условно говоря, да, или это некая фикция, да, не отменяет то, что она существует, и то, что она существует в некоторой системе отношений и в системе отношений власти, которые объективно имеют место. То есть... И причем в гораздо более сложной форме. То есть на самом деле гораздо более нелепо художнику в России... вот этому персонажу, да, который абсолютно зависимый, абсолютно не имеет никакой свободы, или художнику в Кыргызстане представлять себя свободным агентом, там, креативным персонажем, понимая, что он на самом деле просто нищий пролетарий. Да, то есть это иллюзия именно потому, что она не, потому что на самых нижних уровнях никто не даже из тех, кто предполагается быть ее бенефициарами, ими не становится. От этого она не продолжает существовать в качестве идеологии и не формировать... Можно я откомментирую? Вот ты сказал одну, как бы, действительно такую краеугольную такую вот вещь, вот когда ты говоришь, что да, мне кажется, что вот это самосознание как бы нового прекаритета, как бы творческого, как пролетария, оно, в принципе, в большой степени состоялось. Вот очень интересно последнее интервью Гройса, где он говорит о том, что никто не хочет уже сидеть в студии. Все хотят пролетаризироваться, все хотят какой-то коллективной эксплуатации. И он говорит об этом без всякого моральной оценки. То есть это действительно такой вот сейчас период. Ну, он там правильно тоже приводит пример. Ну, вы объясните крестьянам в Англии, что надо сидеть в деревнях, когда там, ну, в деревнях, в общем, довольно тяжело, а есть город, есть фабрика, есть новые возможности. Понятное дело, что жизнь там чудовищная, там смертность туда-сюда, но они все равно едут. Но вот этот вот симбиоз, вот это синтез, как вы говорили, между вот этим молодым как бы рабочим на стройке, который также работает на временном контракте, и человеком творческого труда, он пока нигде не получается. То есть получается компании солидарности, когда, условно говоря, люди из креативного класса там выходят там, против депортации мигрантов, ну вот в Германии.
меньше за легально. В общем, инициатором кампании, конечно, был то, что мы называем креативный класс. Вот. Или там Бюро фю политише Шон Хайт. Ну, вот, замечательный проект, вот как они недавно отмечали юбилей вот, разделения стены, украв портреты и передав их в руки мигрантам, и говорит, что на границах как бы, уже нового Евросоюза идет убийство. Вот. И что мы с этим делать, и лучше всего отмечать праздник падения стены, думая о новой стене. Вот. И, но мне кажется, что при всем таком желании, абсолютно как бы чистом и честном, там есть какая-то фундаментальная несостыковка. Фундаментальная несостыковка, что все-таки креативный класс, он является тем классом, который всегда в любой ситуации есть что терять. То есть, на самом деле, вообще сейчас ситуация всем есть что терять. Вот. В этом плане тип пролетаризации, основанный на индивидуальной как бы, символической собственности, он совершенно другой тип, чем на вот этом безымянном замене. То есть, проблема в том, что дает современный капитализм вот этому как бы, прекерному работнику, он дает ему ощущение своей уникальности. То есть, понятное дело, что ты можешь сказать, да, тебя могут поменять на другого, из одной выставки переставить, но все равно вот это ощущение уникальности себя, пусть я там без копеек, пусть там я там, не знаю, там побираюсь, там папа, мама там что-то присылают, все равно я делаю что-то такое, что совершенно уникально. И от этого люди дико вторчены. И я разговариваю с рабочими, вот условно говоря, вот для нас сейчас тоже очень важный момент, как был в Англии, там, скажем, в 60-е годы, когда вот это новое поколение мигрантов вдруг заявит свои культурные права. Они не заявляют. То есть у них видно совершенно еще нет этой вот предпосылки. И с другой стороны, опять же, вот те формы занятости, которые есть у них, они не требуют вот этого разделения общего. Ну да, могут мечеть построить. Могут там какой-то такой досуговый центр, там мужчины сидят, ну как бы играют, там пьют чай там, в нарды. Ну замечательно. Но это еще не требование голоса, вот ну, как у Рансьера, партаж, вот это разделение общего, и нет ощущения общего. И вопрос ответственности вот этого же креативного класса, интеллектуалов, там, кого угодно, как ты их назови, чтобы это начало происходить. А это очень сложный процесс. Во-первых, очевидно, что он может затянуться на, ну, даже не на десятилетие. То есть это действительно очень длинный процесс. И надо быть как бы к нему готовым, но как вот, я вот сейчас вот не знаю. То есть я вот наоборот считаю, что, ну, говоря из российской ситуации, вот я с Муродом говорил, что, конечно, центр может быть новой как бы культуры вот азиатской, вот он может быть в России сейчас. Как пакистанцы, там, индонезийцы заявили себя в Лондоне. И это выстрелило невероятно и для них, и для диаспоры, и для их родины, для всего. Потому что там происходит какая-то очень сложная вот эта перемолка. Вот. Вот скажем, если таджики вдруг начнут как бы сейчас делать какое-то искусство, я думаю, оно будет не в Душанбе, оно будет либо в Москве, либо в Петербурге. Не, я, ну, то я есть не у тебя еще такие есть, такая есть вера в искусство такого типа, которое может что-то изменить. Ты знаешь, да? Мне кажется, что просто вопрос подхода. Конечно, я верю, что искусство много чего меняет, но, опять же, меняет не завтра и вот не вот сейчас, вот сию минуту, как сказал бы Артур Шмиевский. Вот давай сейчас меняй. Понимаешь, это совершенно другой подход, другая темпоральность. И вот я вот сейчас проживаю свою жизнь, там, качую там из Бишкека, там, Вильнюс. Я вижу, что мы примерно в том же состоянии авангарда, который тоже всегда был такие мелкие какие-то группы, но, да, через 30 лет это стало таким довольно комодифицированным мейнстримом. Но помимо того, что это стало как бы комодифицированным мейнстримом, оно дало еще очень много плодов совершенно другой конструкции мира и сознания. Поэтому я думаю, что мы действительно способны очень много чего менять. И опять же говорю, что главное вот сейчас, мне кажется, вот этот акцент на образовательных функциях. То есть, собственно говоря, 10 человек там вовлеченных. Вот почему вот у меня тоже спор с манифестами, но они говорят, у нас будет миллион зрителей. Ну окей, ребята, у вас миллион зрителей. Ну, во-первых, это как бы совершенно такое скользящее зрение, которое вообще видя ничего не видит. А вот мне кажется, что вот чем интересна культура, что ты можешь этот миллион зрителей по ценности отбить там десяткам человек или тремя человек, которые могут сделать дифференс, разницу, которые будут ощущаться десятилетиями. Но когда появляется три активиста в городе, три человека, город уже другой.
Потому что вокруг них формируются какие-то новые турбулентности. В этом плане культура очень уникальная вещь, где очень микрочастицы играют какую-то невероятную роль. Я уж не говорю даже исторически, что какой-то мелкий проект с бюджетом, там, я не знаю, там, или без бюджета, оказывается более запоминающимся, чем такие многомиллионные траты. В экономике там по-другому, хотя тоже вейста очень много. А вот здесь действительно очень много чего происходит, и мне кажется, какие-то книжка, фильм действительно будут что-то решать, потому что они показали другие возможности. Я уж не говорю определенные способы там микрокомьюнити, их проживания, которые там действительно являются какими-то очень интересными примерами. И вопрос, как происходит распределение знаний и доступ к нему, вот это, мне кажется, вот сейчас центральный момент. Сердце наполняется радостью, когда я тебя слушаю. Да, я скажу. Потому что, ты знаешь, я такую искреннюю веру в искусство, конечно, уже давно. Ну, может быть, это наше старое поколение, потому что мы выросли, понимаешь, для нас искусство всегда было больше, чем ты сам. То есть твоя, ты никто, а вот искусство – это что-то великое. Вот, и вот, к сожалению, молодежь… И, кстати, это советский проект, абсолютно советский, вот с какой-то невероятной верой в идеалы. Вот. И такой очень абстрактные какие-то вещи, ну, как коммунизм, понимаешь? Вот. А сейчас вот, к сожалению, молодежь вот редко так ощущает. Мы стараемся. Ты своей любовью к искусству меня поставил в тупик, потому что я как бы тоже очень люблю искусство и считаю, что искусство может многое поменять, но такой веры, конечно, я не могу продемонстрировать. Ну, мы работаем и демонстрируем. И жизнью. Да. Ну, возвращаясь к этой ситуации в России с манифестой, с выходом, все-таки получилось, что ситуация как бы разделилась внутри, как бы, даже, так скажем, прогрессивных левых ориентированных художников, да, то есть что делать? Вышли, но была довольно большая группа художников, близких даже вам, насколько я понимаю, которые участвовали в событиях манифеста, в публичной программе. Мы тоже отчасти, да, участвовали. То есть, как бы то, видимо, руководствуясь, возможно, всем тем, что ты изложил в начале, да, что если это на самом деле не настолько имиджевый проект, насколько он представляется, не настолько неучастие в нем нанесет какой-то урон, как бы, власти, то, соответственно, как бы можно в этом принять участие, да, то есть пойти на такой компромисс. То есть вот, в принципе, как бы, как сейчас вы не жалеете, что вы, допустим, вышли из... Нет, ну, понимаешь, опять же, чтобы там... Ну, я попробую буквально так очень кратко. Мы вышли из выставочного проекта Гаспара Кёнига. Вышли по политическим причинам, но прежде всего по эстетическим. То есть я неоднократно это повторяю. Этот тип куратора, у меня, я его знаю 15 лет, у меня к нему очень много уважения, но... К сожалению, вот в том виде, как Гаспар вот мыслил выставку сейчас, для нас это просто стало неинтересно. Просто неинтересно ни на уровне коммуникации, ни на уровне реализации, ни на каком. Но, опять же, мы продемонстрировали такой, как бы, парадоксальный левый подход. Вот нам говорят, манифест – это целое. Мы говорим, смотрите, ребят, там, где целое, мы видим очень противоречивый клубок интересов. И вот, скажем, когда пришло очень позднее назначение Йоанны Варш на куратором публичной программы, у нас была большая дискуссия вот с теми людьми, как бы, ну, то, что мы называем нашим нетворком или как бы такой сообществом в Питере. Я могу тебе сказать честно, я сделал ошибку, я настаивал на полном бойкоте. Ну, у меня тогда задор такой был, бойкотируем, сделаем альтернативный фестиваль, у нас есть ресурсы. А вдруг, смотри, меня никто не поддерживает. Они говорят, а мы хотим участвовать, нам предложили, тут условия, тут интересно. Со школы говорим. Школу пригласили в публичную программу. Мы тьюторы. Понятное дело, школа наша, у нас там нет игр там, в равенство. Там. Мы отвечаем за школу, студенты приходят, уходят, нам держать, понимаешь, политику. Да. Вот. Но какие-то вещи ты не можешь сделать. Я говорю студентам, ребят, не надо, может, там участвовать. Смотрю, у них, ну, слюни капают. Понимаешь, им хочется участвовать. Ну, что я сделаю, скажи. И мы вырабатываем протокол участия такого вот на грани. Вот. Очень интересно. И сейчас, глядя назад, я понимаю, что я был неправ.
ребята используют эту возможность вполне достойно. И Паша Арсеньев, и Осьминкин, и Наська Вепрева, и Джонатан Букпрат, и Эмили Ньюман, и масса вот людей, и Илья Орлов, великолепный художник. То есть они, в общем, действительно из этого сделали. И мы тоже, в общем-то, в какой-то степени паразитировали. Или в контре как бы смогли получить какое-то внимание намного больше, чем мы могли бы получить без этого проекта. То есть это очень сложный такой... У меня нет такого безоговорочного осуждения, что я действительно вот, предельно осуждаю вот этот симбиоз Эрмитажа и этой выставки. Вот это для меня, тоже бы я не сказал, что абсолютное зло, но что-то такое провальное. Про проект Иоанна Варша я не могу сказать, что он провальный. Более того, я могу сказать, что он действительно вот из того, что есть, вот этого микроскопического, он выжил все, что можно. И это действительно было очень достойно. Вот, поэтому тут я... Все вот, мне кажется, ну, еще проблема вот левых, что вот, ну, мы стараемся всегда диалектически решать, что когда все очень сложное, мы стараемся редуцировать, но где простое, мы всегда видим очень сложную картину. Хорошее определение. Да. Да, нет, на самом деле, наверное, нет никаких простых и однозначных ситуаций. Наша цель... Не бывают простые однозначные. Да, непростая. Не подписывать письма в поддержку аннексии Крыма. Очень простая однозначная ситуация. Только мало кто это делает. А так ситуация вот простая и однозначная. И таких много ситуаций. И дополнительная и, там, публичная программа Варши на этих площадках делает свои события. На каких? На своих? На тех руководителей, которые подписывают письма в поддержку аннексии Крыма. Как все сложно. Ты знаешь, эта проблема была, насколько я понимаю, Иоанна действительно очень внимательно относилась. Вот была проблема с Александрийским театром. А ты знаешь, да, эту историю, что там Глюкли делала проект, и Иоанна была практически на грани его отмены. Вот. А остальные площадки были более-менее... Ну, единственное, что Эрмитаж – главная площадка. Как бы Петровский хоть и не подписывает, но он всегда говорит, полностью поддерживаю политику нашего дорогого президента, потому что он не ошибается. Офигеть. На самом деле, как бы наше время... истекает. А, если, может быть, у кого-то есть какие-то короткие ремарки, даже не вопросы, а комментарии, замечания, могли бы их принять. А... Диан, микрофон сама там. Спасибо большое. Я хотел задать вопрос насчет школы вовлеченного искусства. Вы можете как-то вкратце, потому что у нас время рассказать вообще, чем вы занимаетесь, учитываете ли вы, скажем, ту ситуацию, о которой мы только что вообще говорили, и вообще, каков вообще процесс работы? Ну, ты знаешь, в двух словах, это как бы наша инициатива, и она, в принципе, укладывается в ряд таких, как бы, самоорганизованных инициатив, но... Мы постоянно занимались различной образовательной деятельностью в виде семинаров, конференций, то тут, то там, но, конечно, регулярность и какая-то определенная структура, она просто меняет все. Вот это большая проблема, конечно, проектной деятельности, что тут нужно, конечно, другие структуры и продолжительности, и sustainability, вот то, что, не знаю, как это называется, вот. И... Мы долго к этому шли, но вот в конце концов у нас сложились хорошие конструктивные отношения с фондом «Роза Люксембург». Опять же говорю с позиции отчаянной. То есть вот что делать практически за 12 лет своего существования не получило ни копейки в России. Ни копейки. То есть более того, делали максимально все, чтобы нас не увидели, нас не услышали. И как можно... меньше об этом говори. То есть, на самом деле, опять же, проблема даже не цензура. Цензура возникает, когда ты там куда-то там приглашен, ты там договариваешься о проекте. Проблема в том, что тебя никогда не пригласят. Тебя не надо цензурировать, потому что тебя просто нет. Вот. И я просто начал говорить к тому, что вот эта тоже ситуация с иностранным финансированием, как вот здесь тоже очевидно присутствует в этом мероприятии, она для нас, конечно, очень актуальна, и мы к ней, в общем, относимся очень, ну, сознательно.
И вот с фондом «Роза Люксембург» получились такие интересные отношения, и мне кажется, уникальность нашего проекта, что в тот момент, когда вот есть такой интернациональный тренд, Таня Бругера, Ахмед Агют, вот такие художники, которые берут деньги из арт-мира, чем такого очень крупного эстаблишмента, там, от Tate Modern до там, Creative Time, и потом реализуют проекты, которые вообще не имеют отношения к искусству. Ну, то есть просто. И более того, они говорят декларативно, мы вообще искусство не любим, это лишнее, вот нужно прикладничество, нужна социальная активность, но берем деньги из арт-институции, потому что мы художники, мы их инструментализируем. Жмеевщина, да, о, Жмеевщина, точно. Но Жмеевский более тонкий, кстати, намного тоньше, да. Сейчас более грубые есть варианты. Вот. А у нас очень интересный вариант. Мы декларативно говорим, что это арт-школа, что нас интересует субъективность художника. Но деньги приходят из совершенно другого источника. «Роза Люксембург» не имеет никакого отношения ни к cultural sponsoring, ни к арт-спонсоринг и вообще не является арт-институцией. Но она является той как бы инстанцией, с которой у нас есть очень хорошее понимание. То есть, словно говоря, вот тот... Опять же, то, что Георг говорил, basic такое, азбука вот этого как бы левого социалистического сознания, искусство принадлежит народу, искусство – общее дело, вот, там, нет копирайта, там, и так далее, не говоря уже там про базовые какие-то вещи, там, антипатриархат, там, антигомофобия, там. Это все как бы есть и помогает нам выстраивать, и главное, что это еще немецкий фонд, который, вот, что мне нравится, вот тут немцы, правда, присутствуют, вот, что они очень хорошо прошли уроки вот, романтизма и 19 века. То есть они читали письма Шиллера об эстетише билдунг. И вот этот термин немецкий билдунг, он оказывается вот этой связной как бы нитью, когда мы можем убедить этот фонд, что эстетические практики искусства являются ключевыми в политическом становлении. Ну, это классика, это просто вот, ну, там, начало 19 века. Но то, как они работают сегодня, имеет смысл проверять. И вот мы, в принципе, стоим на схожих платформе, и в этом плане нам удалось их убедить, что вот имеет смысл поддерживать такую школу, где действительно мы проблематизируем, во-первых, что такое engagement, то есть вовлеченность, потому что мы ее понимаем все-таки, опять же, не в утилитарном плане, а по-другому. Я, может быть, буду... Я так понимаю, что вы из этой вот группы, у нас еще будет шанс пообщаться, а в двух словах для публики скажу, да, это модульная структура, довольно популярна в Европе, потому что она позволяет соединять, как бы, ну, всем нужно зарабатывать деньги, как-то жить, но человек может выкроить проектную неделю, на которую он как бы отрывается. Это неделя в месяц, съезжаются студенты, половина иногородних, мы сейчас даем стипендии на приезд, ну, со всего СНГ. То есть, пожалуйста, три человека из Бишкека могут летать в Петербург каждый месяц. На самолете, жить в хостеле, питаться, то есть мы все обеспечиваем. Вот. Понятное дело, что все бесплатно. То есть у нас еще проблема была, что мы ни в коем случае не хотели делать школу, где студенты были бы нужно платить что-то. Мы скорее за то, чтобы они получали деньги. Это тоже очень принципиальный подход. И я понимаю компромиссный вариант, потому что денег нет. То есть сейчас вот мы живем в ситуации, когда денег нет вообще. И в этом плане, когда ты предлагаешь что-то такое аттрактивное, там, ребята, ну, там, заплатите маленькие денежки, мы тоже не будем там получать нормальные зарплаты, ну, может быть, ну, не хочется. И вот в этом плане вот это содружество с фондом, оно оказалось очень, нам пока, тьфу-тьфу-тьфу, очень продуктивным. Вот, ну, а чему обучаем? У нас, в принципе, очень интересный эксперимент соединения такого как бы горизонтального и вертикального. То есть, понятное дело, что у нас есть тьюторы, мы определяем программу школы, у нас есть обязательный курс посещения, то есть у нас не свободная школа. То есть я сразу всем говорю, что вот если вы пропускаете, то значит, у вас есть какие-то обстоятельства, вам тут неинтересно. Но если вам неинтересно, то мне с вами тоже неинтересно. Поэтому если вы не ходите, то нам нужно расстаться. Нам просто неинтересно друг с другом. Все. Также у нас строго там с опозданиями, то есть мы вот стараемся держать дисциплину, потому что это очень принципиальная тема. Вот, а дальше, да, все построено вот на этих как бы очень интенсивных встречах, мы просто много работаем в театре, в кино, то есть действительно это всегда такие
6-10 дней такого интенсивного совместного проживания, потом идут очень интенсивные домашние задания и обязательные курсы. Вот у нас обязательный курс по истории искусств. Потому что вот преподавая на Западе очень много, я вижу, что художники молодые просто ее не знают. Вот просто вот эту генеалогию. Почему вот? Они думают, что искусство получилось потому, что была какая-то свобода делать, что хочешь. А им нужно объяснить, что вот в этот конкретный момент никакой свободы не было. Можно было сделать только так. И вот то, что было сделано вот с духом вот этого времени, вот как-то совпало, оно и осталось. Это, как опять же по Марку, свобода – осознанная необходимость. Вот никакой свободы, вот только жесткое понимание вот необходимости высказаться вот так, в такой форме. И когда ты начинаешь понимать, тогда получается произведение. Получается процесс, который имеет смысл, который что-то меняет. Вот, потом у нас есть замечательные курсы. У нас еще очень много акцентов на телесные практики. Мы очень много занимаемся body solidarity. У нас очень интересный хореограф Нина Гастева. То есть действительно вот это касание и понимание тела, даже не важно, может быть, ты живописец, все равно ты работаешь телом. Очень много перформеров в школе, то есть вот ребята уходят в перформанс, очень много танцоров. И плюс у нас есть очень серьезная идеологическая война, она идет не только вот как бы эстетическая, я бы сказал так, больше, чем идеологическая. Она заключается в том, что очевидно в политической, в искусстве и социуме очень доминирует, есть определенная гегемония политического формализма. То есть это political formal, ну, это долго объяснять, может быть, мы поговорим уже более так внутри, а мы стоим за такое, ну, условно говоря, политическое барокко, нарративное, сюрреалистическое. Это очень другая тенденция, ну, которая, можно посмотреть все наши работы, мы знаем, за что, о чем мы говорим. И в этом плане мы, конечно, очень любим работать с литературой, то есть приходится много писать, сочинять какие-то истории, вот это вот для нас очень принципиально. И критическое письмо, то есть поэтическое, то есть у нас обязательный курс в этой области. И английский для художников, потому что, опять же, тоже мы считаем, что интернациональность как бы искусства, она требует понимания возможностей коммуникации именно на английском языке. Вот. Хотел бы уделять этому больше времени, но времени всегда не хватает. Вот как-то так. Ну, дальше есть итоговый проект, есть промежуточный проект. Вот в январе промежуточный, после 3 модулей, в июне окончательный. Форма, выставка, перформанс, спектакль, что-то вот такое. Но коллективность, да, еще мы вот очень делаем упор, что мы стараемся даже индивидуальную работу делать коллективно. То есть мы не делаем как бы studio visits. То есть ты не можешь поговорить со мной о своих работах наедине. Можешь, но мы это не приветствуем. Это должно быть коллективный процесс, где все твои коллеги знают, что происходит, почему такая критика, почему это нравится, что не нравится, вот как-то так. То есть коллективность – это вот еще очень тоже важная основа. Спасибо. Ну, как-то так, да. Это, на самом деле, я думаю, что у нас действительно будет возможность, потому что Дима здесь задерживается на... Да, я очень рад, что не надо никуда торопиться. Еще раз напомню, что на самом деле это для нас, ну, для нас, для штаба мы, ну, наверное, обратили внимание, что мы довольно часто приглашаем художников, например, из России, да, и часто, потому что сама геополитическая ситуация, в которой находится Кыргызстан, а особенно сейчас, да, в условиях, когда... на пороге вступления в таможенный союз, мы видим, что российская политика, российская ситуация очень сильно влияет на то, что происходит в Кыргызстане. Вплоть до того, что парламент принимает такие же законы, или даже в гораздо более худших редакциях, но абсолютно точно инспирированных российским опытом. Те же процессы нарастания консервативности, авторитарности, которые... являются иногда даже формой выражения лояльности как бы кыргызского истеблишмента российской власти. Нам кажется, в этом смысле важно как бы, я не скажу, конечно, там, что есть какая-то другая Россия, это звучит довольно, но не может быть, кто понял. Ну правильно. Что есть критические голоса, и, наверное, это важно, важно... И причем не только между Россией и Кыргызстаном, наверное, на всем этом постсоветском пространстве должны быть другие голоса.
И даже больше, поэтому хорошо, что у нас сегодня была в этом смысле еще и Польша, и мы слышали совершенно, мы увидели, как процессы, которые типичны для постсоветского пространства, для постсоветской Центральной Азии, перекликаются с тем, что происходит в Восточной Европе. В этом, собственно, в таком мэппинге, да, отчасти состояла цель нашей конференции. Я также рад, что мы хоть благодарен всем, что высидели здесь в этом холоде, и, как я говорил вначале, прочувствовали на своей шкуре, что значит деградация общественного пространства. Эту библиотеку, безусловно, нужно приобщить, заставив, во всяком случае, отремонтировать здесь отопление. Я хочу поблагодарить наших партнеров по организации этой конференции, фонд Эберта. Действительно, немецкие политические фонды, ну, как минимум, левоориентированные, левые социал-демократические, кажутся очень прогрессивными в том, чтобы поднимать сложные вопросы и их обсуждать. И я надеюсь, что в целом наше обсуждение города как общего было полезным. Я надеюсь, что мы действительно также не влились в хор существующих голосов, а попытались как-то это все критически рассмотреть и создать хотя бы маленькую точку альтернативы. И вдохновившись верой Дмитрия в искусство, я надеюсь, что все будет лучше. Большое всем спасибо и до новых встреч.